начать путешествие 2 в текущем состоянии. Если вы хотите приступить к путешествию 2 позже, можно начать с костра храма. Так я еще не закончу уже это путешествие. Окей, выбираю. Нет, я еще снежную локу не закончил. Ты мог стать королем нежити, если бы не снял метки, но ты стал... Ну ты снял, потому что я не хотел быть нежитью. В смысле, почему я должен быть нежитью? Я не хотел. Народ, до конца ПП осталось не так много времени, но прокачать его можно только за бабки. Жадный Габен. Что же делать? На тесте дроп продолжается огромный розыгрыш. Пацаны разыгрывают 8000 уровней стоимостью 250 тысяч рубликов. Первое место 2000 уровней может выиграть каждый, даже имея один билет. Поэтому не тормози. Прямо сейчас залетай по моей уникальной ссылочке и получай 5 бесплатных билетов. Но поторопись, чем раньше начнешь, тем больше шансов. И не забудь о промокоде на экране, чтобы получить гарантированный приз до 1000 рублей и плюс 15% к пополнению. Но ты снял и стал очередняра, буквально, который в очередной раз вот сдохнет, чтобы продуть огонь. Изи для подпедивика. И НПС тебе об этом говорили. В этой игре понимать сюжет невозможно. Понимать, что происходит, невозможно. Невозможно. И тем более, я же, ну, если в этой игре, ну, есть дальше локации. For a world without fire. Да зажег я огонь, анимешка. Я зажег огонь, чтобы анимешка не обиделась. Of course not. Please, kill me and take these eyes away. Before I am drawn into the darkness. Seduced by the thin light and the awful betrayal. Не буду тебя убивать. Mayst thou the... Да как я и думал, кстати, что если я дам ей глаза, то ее типа тьма закараптит. Она говорит, убей меня, прежде чем... Ну... Че за хуйня? Душа повелителей. Вот так-то лучше. Это все? Папаньку, это связной заказал сегодня вебку, ну которая логи течь стримкам. Спасибо еще раз за DS3. Лучшее лето. Ты заказал за мой счет или за свой счет? Да, тебе тоже спасибо, ты же, ну, один из спонсоров, грубо говоря, DS лето. Так, год снежную локацию. Что там говорят, что я скипнул? Что я, блядь, скипнул? Как вас понимать, блядь? Еще обзываются, как обычно. Куда серокрыс делся? Серокрыс пропал, а так и не вернулся. Мне говорили, что он сдох. Ну, в этой игре понимать что-либо, это 0%. Короче, у меня был персонаж, он говорит, пойду на очередную вылазку, чтобы, ну, больше контента продавать, чтобы улучшить ассортимент. Он ушел, его больше нет. То есть, он ушел и больше не вернулся. И ничего об этом не сказано, никто об этом ничего не говорит. Ни один персонаж в игре ничего не говорит об этом. Его просто нет. Он просто ушел. Понимать что-либо в этой игре, это... Сюжет чисто для галочки. Здорово, папаня. Здорово. Основная сюжетка пройдена. Осталось 2 DLS. 2? DLS после первого. На курсе будет 2 костра. Один из них видит вслед DLS. DLS тоже свой сюжет есть. Вот так-то лучше. У тебя был знак призыва анимешки у костра. Ты мог призвать... Я не видел! ...на выбор 3 концовки. Ты выбрал очередную самую. Ты в DLS можешь сейчас ТП сделать, проверь. Блять, вы... Very well, then take... Почему вы так душите? В DLS сделать ТП. Я должен знать, что такое DLS. Снежная локация — это DLS. В DLS сделать ТП, блять. Короче, Dark Souls 3 — это самая сложная игра в плане понимания сюжета из всех игр, что я играл за всю историю. При этом в ней толком и нету сюжета, по большому счету. То есть я делаю вывод, что тут специально был сделан вот так вот полуебанский сюжет, чтобы, типа, делать вид, что у нас тут, ну, все прям вот, ну, жестко. Типа, чем непонятнее, тем жестче. В скобочках нет. Да лучше. Ты пропустил меч за душу босса. Ты свои глаза отдал хранительнице. Я не видел меча никакого. Я видел только свиток. Короче, какая разница? Вряд ли этот меч был лучше Муракума. Не существует ни одного меча лучше Муракума, забейте. Это DLS, снежная локация. Сюда я могу сделать ТП, да. Вот я иду дальше, что я пропустил. Я не мог ничего пропустить, я иду дальше. Be forewarned, eager ash. Should this world wither and rot,
Even then, would Ariandel remain our home? Я уже спас основной мир. Leave us be, Ashen One. Sweep all thought of us from thy mind, as thy kind always have. Может ее рубануть? Что здесь? Вижу пламя, пламя снова мерцает. Это босс? Какой-то гигант? Мне нужен... Мне нужно, как его... Storm Ruler? Так-то лучше! Виталий, здравствуйте. Я очень рад, что вы прошли эту игру. Если честно, я хочу извиниться за то, что считал для вас непроходимой. В смысле? Как может быть игра непроходимой, если... Но есть еще два DLS, думаю, и бля, там не эту игру... Я играл игры на стриме намного сложнее, чем эта игра. Алло. В Ori, последняя часть, ну вот это вот Ori 2, которая... Ori and the Will of the Wisps. Там был босс, на котором я сфидил 99 раз. То есть там было буквально... Я с сотой попытки прошел босса. С сотой попытки. В этой игре был один босс, где я сфидил больше 30 раз. Там, не знаю, 32 или 33. Все остальные боссы были относительно, ну как бы... Ну были чуть-чуть сложные. Чемпион Гундир и Безымянный Король. Чуть-чуть сложные, но... Ну как бы... Не особо сложное. Только один босс по-настоящему сложный. Все остальное это супер изи. Тут в этой игре сложнее. Это просто по локации какой-то двигаться, где куча лабиринтов и где здоровые типы по КД. Которые каждый по силе, как, блядь, как половина босса как минимум. Или как, не знаю, как босса типа последнего. Вот этого вот. Как он там назывался? Какой-то пепельный чел. Один здоровый храмовник, если бы у него было бы хитпоинтов, как у пепельного чела, он по силе один в один или сильнее. Но он дамажит точно сильнее. Храмовники хуярят на пол хитпоинтов. Этот пепельный чел хуярит на 1/5. Алло. Боссы в этой игре это далеко не самое сложное. Это последний босс? Может быть он будет сильно, не знаю, сейчас узнаю. Какой-то гигант, бля, ну хуй знает. Может его атаковать сразу? Ясно, поговорить, блядь. Это что такое? Фу, бля, надо было атаковать сразу. Bring Frida to me, please. А это девка снаружи, Фрида. Cast on up, see the flame flickering once again. Seen blood surge. I can see it, feel it. Misguided ash. Не понял, она за меня или против меня? Please avert thine eyes. А, она против меня. Может, это этот здоровый за меня? I will snuff out these ashes for good. Типа она согрелась, потому что я не ушел? А этот за меня? Или он АФК? Короче, я ее зарашу, она вроде выглядит не сильной. На! А так, стоп. Ее сложно рашить. А вот так? А, я не могу ее... Окей, подождите, я не могу ее бить. Wait, она пропала? Она здесь, она рядом? Так и знал. Шоу лава. Ну, пол хп снес. То, что она доджит, это хуёво. Не могу её застанить, получается. Это хуёво. Но она слабая, я её почти убил. Её нету. Где она? Опачки! Ну и что тут за хуйня? Да она почти сдохла, мусор какой-то. Сюда! Ай! Блять. Ты всё? Ты слилась? Опачки! Ну и что тут за хуйня? Все? Так она вообще нулевая. Сейчас этот здоровый, наверное, сагрится. Если она его называла Фазер. 0/10, очередной какой-то недобосс.
Сейчас, наверное, здоровый будет сильным боссом, правильно? Или что? Не может же быть так просто. Сейчас он заагрится. Он здоровый, наверное, жесткий. Сейчас он разозлится, наверное. Блин, он здоровый. Вот теперь я боюсь. Теперь я опасаюсь. Он меня будет этой хуйней ебашить или что? А где я? Воскрешает? Что он с ней делает? Что происходит? Бля, опять эти воскрешения? Я буду против двоих драться? О, ну это, наверное, сложно. Бля. А ну да, против двоих. Бля. Ну да, против двоих. Очень интересно. Ну да, вас двое. Ку, ты прошел игру не как я хотел, можешь переиграть. Окей, их двое, надо подумать. Там еще какой-то холод по КД, огонь, даже нету места драться. Я должен буду снова убивать каждый раз заново эту дуру в первый раз, или что? Как Виверну Безымянного Короля? Но она вроде супер слабая, проще Виверны намного. А, да, заново эту дуру каждый раз, ну ладно. Что поделать? Нам просто доджит еще-то долго ее убивать каждый раз. А как тебе такое? Вот и все, бля. Окей, ну первый раз ее легко убить прямо. Она мусорная. А вот так! А вот так! Погоди, чел. Я не уверен в своих действиях. Выпью фласку на всякий. Она пропала, она невидимая? Она сейчас невидимая? Они отхиливаются? Тяжелый файт, наверное. Они отхиливаются? А, ясно. Короче, сложность в том, что я буду тильтовать и спешить. Типа, она же супер слабая на первой стадии, но я умер, потому что я хочу просто ее быстрее убить. Так как так-то? Блять. Тварь. Thank you.
Ну что делать, когда он на тебя бежит? Я могу ходить по огню? А вроде да. Надо девку убить сначала. Да ну нахер, что делать? Нет, это много дэмэджа. Да не, щит это useless. Щит это просто абсолютно useless. Я ж не могу использовать щит, когда я лочу таргет. В смысле, когда не лочу таргет. У меня терпение! Бля, эти фазовые файты, откуда у меня терпение проходить легкую стадию каждый раз по 1000 лет? Потому что она доджит, я должен ждать бесконечно, пока я смогу ее поубивать. Она ж доджит, доджит, доджит. Такая хуйня. Я не пойду с Некстрая, мне не хватает. Ну хорошо, сейчас попытаюсь не получать дэмэдж против первой фазы. Она супер легкая, но я в тильте. Типа, что мне делать? Шалава. Она очень легкая, но, блядь, это только первая. Надо зарашить. Ну зарашу, блядь, меня миллион человек бьет. Где я нахожусь? Кто меня бьет? Надо рашить. А мне идут стамины. Она что-то АФКшит? Окей! Все? А здоровый падает тоже? Подождите, я не понимаю. О, кусок титанита, изи! А, все, бля, изи. Подождите, я думал, здорового нужно будет убить. А почему? Кусок контентита. Блять, что за хуйня? Черное пламя. Что? Что, блядь, я прошел? Давай 100к донать, я прошел босса с Некстрая. Или это не в счет? Мне дали этот титанитовый контент. То есть мне дали лут с босса? Дали, значит я прошел. Вот, кусок титанита дали. Подождите, стоп! Мне надо будет заново убить дуру плюс батю? Wait, если да, то я ебал, это уже перебор. Если да, я просто ебал, это перебор. Что? Да не, вот, окей. Миллион стадий. Не, ну это уже слишком. Ну это тупо. У меня нету терпения. Окей, это возможно до конца стрима, потому что откуда я возьму терпение заново проходить все стадии бесконечно? И потом какой-то ваншот, меня просто ваншотнули. Почему, блядь? Ну я устал, она доджит. Как говорится, удачи нет стадии. Если что, там 4 стадии. Ты помер на третьей. Охуенно. Так это непроходимо тогда, если миллион стадий. Что, я буду вечно ее бить? То есть сложность в том, что босс бесконечный. Типа, найс... Вся суть сложности, бесконечный босс. Да я не понимаю! Меня со всех сторон бьют, блядь! Это только вторая стадия! Мне фасок даже не будет на ла-стадию! Подойди ко мне, блядь!
Блять, один удар оставался. Я пытался нанести последний удар. Ну, это просто, блять, такая искусственная сложность, просто бесконечный босс. Как доджить, когда у тебя стенка за спиной, шалава ебаная? Как доджить? Как доджить? Стенка за спиной! Да блядь. Стамина ебаная. Как это вообще произошло, блядь? Да, когда она перестает бить? Да ебал, это чисто. Я не могу, это бесполезно. Она мне какой-то захват сделала, когда я блочил. Какая-то хуйня. Шесть фласок. Окей, в этот раз я должен справиться, если я не буду нервничать. Бля, надеюсь, это последняя стадия. Бля, иначе я не пройду точно никогда. Главное рейндж понять, когда я атакую. Пока нормально. Эй, это что было? Два удара. Куда я бью? У меня стамина нету. Заморозку настакивает. Я был обязан попробовать ударить. Было глупо не попробовать, потому что если бы я попал бы, ну, я бы сделал 4 удара. Сука, искусственная сложность. Так же самое в Path of Exile делают. Когда не знают, что придумать, просто добавляют стадии боссам. Это, блядь, пройденный этап. Это зашкварный геймдизайн. Добавить стадию. Когда не знаешь, что придумать просто. Я не могу, блядь. Сука, искусственная сложность просто. Все боссы легкие, но их просто 3 легких стадии. Да я не могу! Не, вторая стадия самая сложная, третья проще. Вторая стадия самая сложная. Да лучше. Ты за 60 часов в игре с оверфармом в 30 уровнения научился лакать 40 таким, блядь, оверфармом, блядь. Ударов. Искусственная сложность. Ты никаких давности. Блядь, какой же ты мудак. Все, иди к черту. Я не собираюсь слушать эту хуйню. Вот тебе автолог, блядь. Если... Короче, иди к черту. 40 ударов в молоко. Я могу не пускать вообще ударов в молоко. Если я не буду в тильте. Ну чё, попал. Легкий. Удачи. Легкий, блядь, я же сказал, что легкий босс. Ну вот что тут? Это пиздец, блядь. Вы что, слепые, что ли? Вы не видите, что он легкий? Неужели, блядь, не видно, что легкий? Просто 3 раза подряд, 3 разных босса. А что я делать могу? Я виноват? Что делать? Что мне делать, блядь?
Называть сложным боссом то, что тебе нужно убить 3 подряд босса, это, блядь, тупо. А если нужно будет убить 10 подряд босса, то это сложный босс или что, блядь? Где мой дэмэдж? Человек мало дэмэджа. Что дэмэджа маловато. Как тебе такое, тварь? Она меня даже ни разу не ударила, вот шалава бездарная. Что-то мечами разъебал. Окей, я понял, как с ней драться. Бля, как же легко! Зря я, блядь, надо обратно поставить то, что я взял. А, все, я проебал. Чем-то я начал использовать. Зачем я поменял мечи, блядь, я не успел. Я не успел. А что делать? Пинок, хорошо. Ну, блять! Что кости возвращения можно уже как 2 или 3 стрима назад не использовать. Потому что ты нашел витой меч. Какой, блядь, витой меч? У меня нету витого меча, блядь, никакого. Блядь. Короче, нахуя я это сделал только что? Я выигрывал, но... Короче... Два меча нормально работали. Нахуя я... Думал на щит по-быстрому переключиться. Два меча против нее идеально работали. Она меня в первой стадии даже ни разу не смогла ударить. Настолько там идеально было. Они как раз подходят с нее. Ну, блядь, я не могу ее добить. Я не понимаю, у меня не хватило фласок, я не знаю, сколько она ударов наносит, когда она крутится. Я не могу не терять терпение, я не могу заново играть постоянно. Что это худший босс по геймдизайну, и его сделали за неимением идей, как сделать босса в сложности. Так я это уже сказал, потому что я сверхразум, я знаю, как разработчики это, блядь, делают все. Когда мозгов нету, то они делают просто подряд 1 000 000 боссов. И типа это, ну, сложность. Хотя это не сложно. Ну, именно сам босс один какой-то. Но когда подряд 1 000 000 боссов, это ж бред. А я не могу. Мне нету терпения, я не могу. Я не могу так просто. Я понимаю, что это супер легко, но у меня просто уже нет терпения. Я так буду вечно фидить. Я только что мог не умирать, но я пошел в лед. Просто не хочу, блять, больше. Я не понимаю, чего он решил это сделать сейчас. Я не
Я заебался. Нету моральных сил на додж. Моральных сил доджить. Нету сил моральных доджить. Ну нету сил моральных. Ну я не могу просто, я не могу. Я мог бы. Теперь нужно ее споймать, когда она будет кастовать. Попал хорошо. Блять, даже сил радоваться нету, тварь ебливая. Тупейший босс дизайн. Ну вот неужели это было только что сложно сделать, ну, убить ее третью стадию? Я почти раз убивал ее третью стадию три раза. Мне просто немного не повезло, и плюс тильт. Ну это такая хуйня, блять. Это не сложный босс. Я никогда в жизни не признаю, что это был сложный босс. Никогда в жизни, никогда. Никогда, блять, я ни за что не признаю, что это сложный босс. Просто ебала! Три раза пиздить босса, блядь. И каждый раз у тебя время тянут. Он доджит, доджит. И во второй фазе ты не можешь бить, потому что ледышки или чел... Плюс отхилы, блядь. Только тянут, тянут время бесконечно. Нахуй мне два костра. Отправиться к груди отбросов. Я понял. Типа, это я куда-то дальше? Я прошел первое DLC или что-то, что мне говорили в донатах. Ой, блядь, на сегодня все, к черту. Такой дебилизм. Вот, короче, Лотрик, плюс как там его второй чел, Лориан вроде, вот они были сложные. А это такая хуйня, бля. Даже близко не сложно. Заебисто, то есть надо терпеть, не тильтовать. Вы, короче, знаете, если бы я мог проходить этого босса, то есть... Один раз сыграть, два там, один-два раза, чтобы, ну, что-то запомнить. Потом сыграть еще раз спустя там 3 часа. То есть еще там 1-2 раза, потом еще раз спустя 3 часа. И я более чем уверен, что уже с третьей попытки, то есть если ждать по 3 часа перерыв, отдыхать, я смогу пройти его там, ну не знаю, ну, типа там с 5-6 раза. Или с 7-го. То есть меньше 10 раз точно. Прям, ну, блин, потому что видно, что это легко. Ну, пиздец, легко прям. Даже учитывая, что босс не станется, все равно это, блядь, легко. Там нету никаких сильных атак. Там даже ничего не ваншотает толком. Там, я даже ловил суператаки, я anyway не ваншотаюсь. Там нету даже ваншотов, блядь. А вторая стадия, тебе нужно просто терпеть и бегать вокруг этого здорового чела с кастрюлей. Вокруг него постоянно бегать и делать ему один удар, когда он развернулся. И убегать от ледышек. И каждый раз. Иногда ты можешь сделать 2 удара.
Иногда Шалаве можно сделать 3 удара, когда она АФКшит. Иногда. То есть это рандом, блядь, и ждать, 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 просто не подходи под ледышки и под огонь. Супер легко, блядь, ну, блядь, говно из жопы из 10. Пиздец просто. Нулевой геймдизайн. То есть, грубо говоря, когда ты этого босса знаешь, если чел какой-то задрот, а то игру давно играет, очень давно играет Dark Souls, он этого босса будет всегда проходить без проблем с одного раза, какие-то там спидранеры. Ну, потому что это легкий очень босс. Ну, то есть, они даже, наверное, ну, вообще... Вот так-то лучше. Не парятся. Ку, Батискавыч, а что ты хотел? Средосильная и независимая женщина. Просто 3 раза подряд ты ждешь, доджи, хилы. Ты меня спрашиваешь про игру, которая мне супер сильно понравилась. Hellblade — это одна из лучших сюжетных игр ever. Конечно, я буду чекать и играть Hellblade 2, но когда она ПК выйдет. Заебешь, либо не ной, либо не играй. Так не смотри, если не нравится. А что мне делать, если я должен 3 раза подряд гасить? Ну, каждый раз одно и то же, причем это не прям сложно. Это именно такая монотонная работа, просто рутина. Вот так-то лучше. Просто рутина. Поздравляю. Как правильно ударение, рутина или рутина? Мне даже сил радоваться нету, просто как будто на работу вышел. Работа в офисе. Просто охуеть. Ну и тоже делаешь. И тебе затягивают это, максимально затянуто. Доджи плюс отхил, плюс невозможность атаковать. Я максимум 1-2 удара можешь сделать во второй стадии. Гайс, я-то постоянно повторял, что хуёвый геймдизайн, вы теперь, ну, начали это за мной повторять. Я не понял так и зачем. Папич босс на самом деле изи. Я в курсе, что он изи. А, ясно, сложно только для даунов, понял, хорошо. Перекачич. Короче, я даже не собираюсь так комментировать эти ваши перекачичи. Вы не заметили, что у меня, допустим, очень часто есть, ну, как бы я могу перекачать, допустим, 10 или 15 из физической мощи, и они выодеться нормально. Вас не смущает, что у меня даже статы как-то раскиданы, ну, не особо там и продумано, просто как я захотел. Перекачич. Просто все кидаю статы, что попало, как мне хочется. Да и статы тут не решают особо уже, когда не прокачаны сильно. Кольцо на двуручи, найс, наёбка. Я не в курсе ни о каких демонах... Да, это 3 босса за раз. Я не в курсе ни о каких демонах, мидерах, блядь, мидир? Думаю, мидер написано, блядь, думаю. Мы обещали отдохнуть 5 минут или 20 часов. 3 часа было бы нормально отдохнуть. Но я же не могу оффать стрим на 3 часа и потом снова врубать на этого босса. Проблема в том, что на стриме ты должен просто подряд это все делать. Без стрима, если играть в эту игру, ты можешь просто сесть отдохнуть и потом еще раз попробовать. И у тебя это займет в 4 раза меньше времени, чем на стриме. Потому что ты можешь отдыхать. А на стриме ты не можешь отдыхать, вот так-то и лучше. В этом ебаная сложность. Ну если работаешь как в офисе, то явно на должности секретарши. ДНС плюс ГНД. У меня нету витого меча, я его затрейдил. ДНС это дауна... Не, подожди. ГНД это гений на донатере, а ДНС это что? Даун на стримере, бля. Бля. Принц малолетний был сложнее, я согласен. Все стадии по одному легкие. Даже третья стадия. Третья стадия намного проще Nameless King. Да, там есть, короче, жесткие комбинации, жесткие мувы, но третья стадия намного проще второй стадии Nameless King. И вот, ну, вот честно. Да трудно собраться, когда ты не можешь отдыхать. Если ты стримишь, у тебя нет возможности отдохнуть. Я не могу отдохнуть. Я подряд раз за разом. Если бы я мог бы отдохнуть... Короче. Все, гайз, давайте казино через минут 10. Всем пока. Спасибо за донаты, кто не хейтер. Хотя сегодня вроде было дохуя хейтеров. Но эти, блядь, стадии, это пиздец. Меня же в Path of Exile триггерит, когда стадии, ну, когда не могут придумать, как бы, ну, босс-файт нормальный, тогда нужно сделать стадия, блядь. Особенно в Path of Exile, допустим, еще есть стадия неуязвимости. Короче, тебя босс может атаковать, представьте, чтобы в Dark Souls так было. Тебя босс может хуячить, но ты босса бить не можешь. Вот в Path of Exile такая хуйня есть, пока, да, стадия неуязвимости. Когда тебя атакуют, а ты не можешь. Пиздец. Хорошо, что такого в Dark Souls не было пока что, по крайней мере. Иначе я бы вообще сгорел. Это самое худшее уже. Знаете, вторая, ну, первая, короче, стадия рака. Это когда стадии, вот, ну, у боссов, следующая стадия.
А вторая стадия рака, последняя, да, то есть финалочка с метастазами, это когда, блядь, у босса стадии, и у него, когда он меняет стадию, у него неуязвимость. И когда у него неуязвимость, он тебя хуячит со всех, блядь, пушек. А ты его не можешь даже атаковать, нужно ждать, пока он войдет, блядь, в свою стадию и станет атакуемым, короче, ну, полноценный переход в следующую стадию, это просто, блядь, пизда. Хорошо, что в этой игре такого нет. Все, короче, всем пока. Мост сломай. Ладно, и потом уже в воде сломаю тогда. Случайно убил босса? Случайно? Я до этого 3 раза почти убил третью стадию. Чекни видос Coco Slayer. А че вы ссылку не кидаете, блядь, как я должен что-либо чекнуть? Короче, все. Казик через... Сейчас сделаю себе чайчик и подрублю казино. Давайте.